Всем привет, с вами Центр GSM Moscow, и сегодня мы будем менять сенсорное стекло на iPad 4. Для начала нам нужно прогреть периметр и снять стекло. Далее мы откручиваем 4 винта, снимаем дисплей, снимаем кнопку Home. Далее мы зачищаем корпус от клея, проклеиваем скотчем и приклеиваем новое стекло.
Итак, сегодня я показал, как произвести замену сенсорного стекла на iPad 4. Всем пока!